В Воронежском зоопарке вышли из зимней спячки медведи Маша и Умка. Соответствующее событие запечатлели на камеры сотрудники учреждения. В этом году косолапые раньше времени покинули берлоги. По всей видимости, им не терпелось погреться на солнышке. Медведица Маша на радостях станцевала зажигательную румбу, а Умка занялся гигиеной. Медведь терся в сугробах, чтобы счистить шерсть и слежавшуюся солому. К слову, в дикой природе медведи выходят из зимнего голодного периода долго. Поначалу они питаются легкой пищей, молодыми зелеными ростками и мягкими веточками деревьев. Умку и Машу сотрудники зоопарка угостили зелеными яблочками.